Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Тибул Альбий. Тибул Альбий, 50-19 год до нашей эры. Римский поэт, друг Горация и Овидия. Тибул оставил после себя две книги стихов, посвященных своему покровителю Марку Валерию Мессалле Корвину, одному из военачальников императора Августа, и двум своим возлюбленным Делии и Немесиде. Судя по имеющимся сведениям, Тибул спокойно, вдали от политики, жил в своем поместье, недалеко от Рима, сочиняя пасторальные стихи, передававшие реальные чувства сельских жителей Италии. Третья книга, приписываемая Тибулу, содержит стихи других членов кружка Мессаллы, оду Мессалле неизвестного автора, 6 довольно заурядных элегий Ригдама и 5 коротких выразительных стихотворений Сульпиции, в которых описывается ее любовь к неизвестному Керинфу. Хотя установить, существовала ли такая поэтесса, в действительности невозможно. Лирика Тибула оказала влияние на творчество Гёте и Мерике. Вот так вкратце о Тибуле Альбии, римском поэте, друге Горация и Овидия. Пока-пока, до свидания.